В Новый год с новыми тарифами. С 1 января одесситам за газ придется заплатить 84 копейки за 1 кубометр. Отмечу, что за 2020 год повышение цен стало третьим. С начала года тариф составлял 69 копеек, а до 1 июля вырос до 79. Такие изменения связывают с необходимостью компенсации задолженностей за 2015-2019 годы, а также разницей в ценах при закупке природного газа за этот же промежуток времени. Эксперты считают, жители многоквартирных домов разницы почти не почувствуют. Платежи вырастут на 10-15 гривен. Однако для частных домов изменения будут заметнее. Им придется заплатить от 70 до 100 гривен. Напомню, сейчас тариф на газ состоит из двух частей. Стоимость самого газа и ценник за его распределение. Последнее подразумевает поддержку газотранспортной системы в рабочем состоянии.